Босенок Федор Васильевич. Один из лучших и преданных полководцев великого князя московского Василия Темного, которого в 1446 году сверг с престола и ослепил его двоюродный брат Дмитрий Шемяка. Но Босенок отказался присягать узурпатору, и Шемяка приказал его схватить и держать в оковах. Но брошенный в темницу воевода смог подговорить своего тюремщика и вместе с ним бежал из темницы в Литву, где собрал сторонников князя Василия и с ними вернулся, чтобы помочь свергнутому князю вернуть трон. В 1447 году тому это удалось, но борьба с Шемякой продолжалась, и в ней самое деятельное участие принимал и Федор Босенок. В 1449 он отразил нападение Шемяки на Кострому, а в 1450 году участвовал в сражении у Галича, где Шемяка потерпел сокрушительное поражение. В 1456 году Босенок в войне с Новгородом захватил город Руссу и разбил подошедшее войско новгородцев. В дальнейшем он одержал несколько побед над ордынцами. После смерти Василия Темного он попал в опалу к его сыну Ивану Третьему и был ослеплен. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь.